Вот. Так. Вот теперь я вижу чат. Я надеюсь, вы его не видите. Ну, каждый его включает для себя сам, так что все ну, в порядке. Хорошо. Вы То можете есть... передвинуть окошко с чатом в любое удобное место. Все, все, у меня все настроилось. Итак, добрый вечер, коллеги. Я рада вас всех видеть здесь сегодня. И хотела бы рассказать о таком антирейтинге ошибок переводческих. Так, подождите, почему мы не листается презентация? Еще разочек щелкните на свой экран, да, и все будет листаться. Все, все листается. Прекрасно. И вот, как вы видите, я составила такой небольшой IT-рейтинг, что очень сильно режет глаз и ухо иногда, если это, например, последовательный перевод. Ну, конечно, в основном я работаю с письменными текстами, с письменным переводом, поэтому все примеры будут либо из моего личного опыта как переводчика, либо из опыта моих коллег, чьи работы мне когда-то приходилось редактировать. Итак, первое – это ошибки, связанные с переводом названий лекарственных препаратов, но я имею в виду под названием не только, например, аспирин там, или парацетамол или что-то еще, обычного названия у нас немножко шире, об этом чуть позже поговорим. Затем это идут химические термины, кальки, любимые грабли каждого начинающего переводчика, все на них наступают регулярно и очень больно иногда. Медицинские термины и самое обширное поле – это ошибки, связанные с непониманием контекста. Вот, ну, давайте приступим и посмотрим, что интересного и что опасного может для нас таить в себе такая простая вещь, как название. Во-первых, название препарата обычно оно идет не само по себе, а часто оно идет в сочетании с лекарственной формой, дозировкой или концентрацией и еще какими-то дополнительными сведениями о продукте. И вот здесь у нас на примере, вы видите, левая у нас колоночка, текст на английском языке, и красным выделен тот фрагмент, который, перевод которого я бы хотела обсудить как раз с точки зрения ошибок. Смотрите, переводчик по какой-то причине перевел это как когитум ампулы для приема внутрь. 250 миллиграмм на 10 миллилитров. Номер 30. Даже у непрофессионального переводчика может возникнуть вопрос, как это ампулы могут быть для приема внутрь? Каким образом я, как, ну, скажем, потенциальный клиент, потенциальный пациент, должна эти ампулы, этот препарат принимать. Что здесь может быть полезно, чтобы такой ошибки не было? У нас есть ряд справочников, которые раньше существовали в бумажном, печатном виде. Самый известный из них – медицинский справочник «Видаль». Он до сих пор у многих врачей в кабинетах стоит, такие огромные книжищи, много томов, где врачи могли посмотреть информацию по какому-то препарату. Сейчас это все, естественно, существует в интернете, и уже не надо листать странички, достаточно просто зайти на сайт и в поиске набрать интересующий нас препарат или вещество какое-то и получить по нему информацию. Так вот, так. Если мы найдем, зайдем на справочник «Видаль», введем туда когитум, то увидим, что у нас высвечивается, я сделала картиночку, что когитум – это раствор для приема внутрь. Раствор для приема внутрь – это лекарственная форма. То есть это та форма, в которой этот препарат выпускается, их может быть не одна, их может быть много, выпускается для удобства его использования. То есть это может быть раствор для приема внутрь, это может быть таблетка из хорошо известных нам, да, наверное, таблетки, капсулы, гранулы, порошки, какие-нибудь сиропы, микстуры, вот с чем мы таким сталкивались как пациенты. Вот, все это лекарственные формы. Далее идет 25 миллиграмм на 1 миллилитр. Это концентрация, то есть количество действующего вещества на единицу объема. Обычно все-таки пишут не на 10 миллилитров, а на одну единицу какую-то, да, на ампулу, может быть, на в
флакон или на миллилитр, на литр, ну и так далее. И далее идут ампулы 10 миллилитров 30 штук. То есть вот именно эту лекарственную форму переводчик должен был в своем переводе озвучить. Именно так он должен был ее представить. То есть когитум, раствор для приема внутрь 25 миллиграмм на миллилитр, ампулы. Теперь, что касается номер 30. Номер 30 – это особенности фармацевтических прописей, когда раньше фармацевт писали рецепт, они писали numero, латинское слово numero, то есть количество штук, количество единиц, и потом какую-то циферку. И вот это numero превратилось в конце концов только в одну букву N, значок номера, как в английском языке, вот здесь решеточка. И чаще всего все-таки пишут в штуках. Иногда бывают номер 30, но это чисто такой профессиональный сленг, который, скорее всего, вам может встретиться только в каких-то очень-очень узких контекстах. Вот что связано с переводом данного, названия данного препарата. Вообще название препаратов мы обычно транскрибируем или транслитерируем в зависимости от того, что у нас там, какой у нас исходный текст, на каком языке, принципом благозвучия еще иногда тоже как руководствуются, но скорее всего, если вы будете переводить какие-то тексты, вам самим с нуля ничего транскрибировать не придется. Вам придется уже пользоваться готовыми вариантами, которые предложены для вас, которые уже существуют и внесены в справочную литературу. Давайте посмотрим еще на следующий пример, тоже связан с переводом названия и с еще одним источником, которым переводчик, не только начинающий, любой фармацевтический переводчик, очень часто будет по долгу службы сталкиваться. Так, это текст у нас про исследование дженерика. Дженерики – это воспроизведенные препараты, которые обычно для того, чтобы их ввести в оборот, они должны пройти сравнительное исследование с оригинальным препаратом. Вот в данном случае это у нас дженерик препарата, который содержит этаногестрел и этинилэстрадиол, такой комбинированный препарат. И почему-то здесь в тексте появляется per 24 hours. Вообще сначала меня вот это per 24 hours насторожило, и я решила посмотреть, что за это такое очень странная, нестандартная единица какая-то. К чему эти 24 часа относятся? К одному препарату, к ним обоим или еще что-то? И вторая ошибка, связанная, ну, они здесь вкупе идут, это название оригинального препарата Nuvarin. Или Nuvarin, я не знаю, как правильно произносится он, потому что это не британский, не английский исходный препарат, а производитель был в Нидерландах. Так вот, переводчик, недолго думая, per 24 hours перевел за 24 часа, да, абсолютно верно, это Nuvarin. Вероника, я с вами полностью согласна. Именно в таком варианте он у нас зарегистрирован. И где это можно посмотреть? То есть вообще, если у вас есть какие-то сомнения в том, что, например, два варианта, один у нас в Видали, да, другой где-то и в другом еще, да, Марина Юрьева, Марина, абсолютно верно, да, это госреестр, государственный реестр лекарственных средств, потому что все лекарственные препараты, которые поступают в продажу в России, по законодательству они должны пройти обязательную государственную регистрацию. Как только они зарегистрированы, все сведения о них вносятся в госреестр. И вот смотрите, пожалуйста, скриншот. И препарат Nuvarin. Синей стрелочкой я себе отметила, ну и для вас тоже отметила, где можно это смотреть. Это торговое наименование. Именно под этим наименованием он у нас зарегистрирован. То есть никаких нува через букву У быть не должно. Чем еще может быть полезен госреестр для переводчика?
Во-первых, здесь можно посмотреть, так, сейчас, лекарственную форму, дозировку уточнить, если у вас какие-то сомнения есть, как это правильно оформить. Да? Что касается дозировки, вот эти вот per 24 hours, мы видим на сайте госреестра, просто через косую черту написано сутки. То есть это количество каждого из действующих веществ, которое высвобождается из данного препарата в сутки. Вот. Кроме того, на этом же сайте есть такая панелька, где можно скачать инструкцию от владельца регистрационного удостоверения. Вторая стрелочка внизу экрана – показать инструкцию. Там вы выходите на официальную инструкцию к лекарственному препарату. Можно ее скачать себе в формате PDF и в дальнейшем с ней уже сверяться. Почему лучше использовать инструкции с госреестра? Во-первых, в интернете, на различных сайтах, даже не обязательно, я имею в виду Видаль, а на других каких-то информационных порталах, во-первых, инструкции могут быть устаревшими, то есть они не сразу обновляются в течение какого-то времени. И, к сожалению, на некоторых информационных порталах могут быть автоматизированные переводы или невыверенные переводы, на которые не стоит ориентироваться. Вот такая особенность. И тогда наш перевод, как вы видите, вот крайний правый столбец, должен выглядеть именно таким образом. Кстати, вопрос на внимательность. А посмотрите, еще одна ошибка у нас во второй колонке, она была, в переводе я ее исправила, а может быть, вы ее заметите. Даже не ошибка, а опечаточка. Никому глаза не бросилось? Если хотите, можно голосом сказать. Да, конечно. Анастасия, молодец. Да, и Марина, и Анастасия абсолютно верно. Очень внимательно читаете, да. К сожалению, такие тоже вещи бывают. Ну, от отпечаток мы... Нет. Название препарата не обязательно закавычивать. Можно, то есть здесь нет такого, по крайней мере, если нас не требуют. Почему? Интересный вопрос. Я вам сейчас... Да, в презентации, если вы видите, я даю ссылки на те источники, которыми я оперирую. На прошлых слайдах была ссылка на госреестр и на Видаль. Далее тоже будут ссылки. Давайте я подумаю, как ответить корректно на ваш вопрос, нужны ли кавычки, потому что когда я перевожу документы, например, сталкиваюсь с документами с русского языка, перевод делается, то где-то они закавычиваются, где-то они не закавычиваются, я не могу с вам сейчас сформулировать какого-то правила. Ну, вообще, да, пожалуйста. Вообще название лекарственных препаратов мы же не закавычиваем никогда. Парацетамол, аспирин, ибупрофен, это все без кавычек. То есть так же, как название цветов, ромашки, розочки там и прочее. На грамоте можно посмотреть. Да, наверное. Ну, вообще, само по себе, оно уже с большой буквы, когда пишется, мы его воспринимаем как название. По-моему, этого достаточно. Оно еще частенько там либо жирным, либо как-то еще каким-то, как чем-то выделяется, и, в общем-то, и кавычки-то, получается, не требуются, потому что оно само по себе уже. Ну, большой буквы, по-моему, здесь вполне хватает. Давайте пойдем дальше. Если у вас есть вопрос... Да? Ну, я думаю, что вот это, да, действительно, стоит уточнять у заказчика. Нет, смотрите, Вероника, вагинальная система доставки, есть такой термин. Для вагинального введения это путь введения, способ введения. А система доставки, она может быть трансдермальной, вагинальной или еще какой-то, зависит от конкретного препарата. Такой термин устоялся. Вагинальная система доставки. Вообще система доставки в фармакологии, когда мы говорим о каких-то препаратах, она используется именно, ну и потом уже с каким путем этот препарат будет доставляться в организм.
Ну, давайте посмотрим следующий пример. Это то, что касается перевода химических терминов. Здесь я постаралась такой не очень стандартный пример привести. Это вообще отрывочек из аналитической методики, которая используется для того, чтобы определять подлинность некого препарата. Вообще аналитические методики – это особый жанр фармацевтических текстов. У нас есть большой достаточно справочник, если вам когда-то придется с такими текстами сталкиваться. Это фармакопея Российской Федерации. Там можно посмотреть, как эти тексты формулируются, как они оформляются, какой язык используется. Что здесь я выделила, это 0,3N хлористоводородной кислоты. В английском языке буква, да, может быть соляная. Сейчас обсудим это. Буква N, латинская, большая, в английском тексте обозначает нормальность раствора. То есть имеется в виду нормальностью 0,3. Нормальность – это то число, которое показывает, сколько грамм эквивалентов вещества содержится на литр раствора. Чтобы определиться, все-таки хлористоводородная у нас кислота или она соляная, нам нужно посмотреть, ну, здесь я выбрала, естественно, очень хорошо знакомое всем вещество, но если есть сомнения, то можно свериться по номеру КАС. Можно посмотреть фармакопии. Можно посмотреть по КАС. Потому что не все вещества, к сожалению, фармакопии можно найти. А вот КАС-номер есть у всех практически реактивов и так далее. Ведь Википедия, к сожалению, это пользовательский ресурс, он иногда не самый оптимальный вариант. И опять же, не все есть в Википедии. К сожалению, многие страницы, когда они есть на английском, они на русском отсутствуют. Или там крайне мало информации. Так вот, в русском языке нормальность раствора обозначается маленькой буквой N с точкой. Я даю вам ссылку здесь. Вы видите, да, это такая подборка правил, связанных с переводом химических каких-то химической номенклатуры. И можно там посмотреть не только это, но и многие другие вообще моменты. Что касается хлористоводородной кислоты, соляной кислоты, это полные синонимы. Соляная кислота – это традиционный термин, исторически сложившийся. Хлористоводородная кислота – это… Господи, выпало из названия как система номенклатуры химической. И если вы, например, посмотрите на каком-то, ну, можно МНН, да, сайте, где представлены химические реактивы, то там часто их прямо через запятую пишут соляная, хлористоводородная и так далее. Теперь, что касается фармакопеи, да, на которую я уже упоминала, 13-е издание фармакопеи Российской Федерации, существует онлайн, постоянно дополняется, постоянно там появляются новые статьи. Там можно смотреть какие-то методики анализа, тесты различные, которые используются в фармакологии. Там можно смотреть описание самих методов, например, хроматографии, там, масс-спектрометрии, чего угодно. И достаточно удобный, на мой взгляд, ресурс, то, что, во-первых, это, наверное, в главных, это официальный ресурс. То есть если у вас есть какие-то сомнения, опять же, в выборе терминологии, в том, как правильно сформулировать какое-то предложение, то вот можно ориентироваться на фармакопии. Кроме того, я говорила, что фармакопейные тексты, они имеют свою стилистическую особенность, свои стилистические особенности. Да, можно 14-е издание, да. Но, по-моему, оно еще не такое обширное, как 13-е. Когда пишется текст,
описание какой-то теста, да, какого-то испытания, то в английском языке будет использоваться форма инфинитива dissolve. Да, и как вы видите, во втором столбце переведено это растворить, тоже, да, что сделать повелительным наклонением, то если посмотреть фармакопею, везде используется третье лицо, множественное число. Растворяют, добавляют, смешивают, охлаждают, нагревают и так далее. Хранят. Самые такие распространенные глаголы. Вот, все будет именно через третье лицо, множественное число оформляться. Такая особенность. Мне тоже сначала было очень интересно, почему так. Потом я привыкла. Теперь так же сама пишу. Я думаю, еще один мы посмотрим аспект, который связан с переводом химической терминологии. Вот здесь у нас представлено, да, единица измерения. Если вы увидите, это маленькая буква и большая буква М латинские. В переводе у нас написано миллимоль, М-моль. Но проблема в том, что латинская ММ или одна большая М – это обозначение единицы измерения для молярной концентрации. А концентрация любая – это количество вещества на единицу объема. В данном случае моль – это количество вещества, объема тут нет. То есть переводчик допустил ошибку. В русском языке малярную концентрацию принято использовать две единицы измерения, они взаимозаменяемы. Это либо моль на литр, соответственно, может быть с приставкой мили, микро, нано, пика, как хотите, да? Или только одну большую букву М. То есть в данном случае наш перевод можно было оформить двумя способами. Либо это были бы миллимоль на литр, да, либо две буквы М, маленькая и большая. Главное, что если вы выбираете один из этих вариантов, то в дальнейшем вы продолжаете пользоваться именно им, да, чтобы сохранить единообразие терминов, единообразие перевода. Еще одна особенность. Обратите внимание, что у нас название химического соединения L-метионин в английском языке, почему-то слово метионин написано с заглавной буквы М. В русском языке во втором столбце с маленькой. А я исправляю это на опять заглавную букву М, на прописную. Дело в том, что есть такое правило, когда предложение, в начале предложения или в начале списка идет какое-то органическое соединение, начинающееся с буквы, цифры или приставки, то, что идет после буквы, цифры или приставки, пишут заглавные буквы. Это скорее такая редакторская особенность. Но если у вас большой список реактивов каких-то, да, или веществ, и вы везде все напишите, как вот во втором столбце у нас было, то редактор вас, конечно, за это по голове не погладит и не похвалит. А наоборот, будет очень долго ругаться, потому что ему придется очень много за вами потом исправлять. Другой пример, я просто внизу странички, обратите внимание, это 17-бета-эстрадиол. Да, тоже эстрадиол мы пишем за главной буквы «э». Так. Я надеюсь, вы там не сильно заскучали, еще не спите. Ну, хотя в Москве еще только 6 часов вечера, можно не спать еще только. Можно еще потом пойти погулять и так далее. Я хотела теперь предложить вам немножко подумать самостоятельно и посмотреть вот на такой пример. Здесь у нас выделены красным
два фрагмента, которые переведены на русский кальками и которые, я считаю, некорректным переводом. Может быть, вы предложите какой-то ваш перевод. Можно писать в чат, можно сказать, если хотите. Вообще, кальки очень опасны, потому что иногда, когда особенно много работы и не думаешь, уже пишешь на автомате, то приходится иногда... Ага. Так, хорошо. Действующими и бывшими. Действующими и бывшими. Нет, наверное, не очень. А вот... Прям как в резюме, да, я действующий курильщик, там, опыт курения, да, столько-то лет. Ага. Вот, смотрите, я сейчас попробую сайт немножко наверх отмотать. Там был очень хороший комментарий от Надежды. Да, статус курения, вообще слово «статус», он очень часто мешает, и зачастую его можно просто опустить. Влияние курения абсолютно верно, абсолютно корректно, да, а вот с текущими и бывшими, как бы, сейчас давайте посмотрим, кто-то, активные курильщики и пассивные курильщики. Были или есть? Угу, хорошо. Есть еще варианты? Бросившие курить? Окей. Но смотрите, нам надо сочетать, чтобы current and former, оба варианта у нас сочетались. Вот, Мара. Мара, да, курили раньше или продолжали курить. Но не в настоящее время. Смотрите, у нас же тут идет речь об исследовании, да? То есть, как бы я это оформила, сейчас, секундочку. На момент исследования, абсолютно верно, да. Да. Курили ранее или на момент участия в исследовании. Да, но какого-либо влияния курения не выявили. Ну вот, такая калька, которую достаточно просто и элегантно можно перевести абсолютно другим способом. А теперь давайте посмотрим еще один пример. Тут будет посложнее, потребуется, видимо, может быть, мой комментарий. Смотрите, здесь у нас термин compliance. В словосочетании daily use a compliance is not required. Переводчик переводит калькой, не требует ежедневной комплаентности. Термин compliance существует в английском языке. Да, как вы видите, вот я вам привожу, например, определение из словаря по исследованиям рака. Очень хорошо, Мара, да, можно. Давайте сначала я объясню, почему. Да, то есть compliance – это комплаентность или приверженность лечению, то есть соблюдение требований врача или рекомендаций врача в ходе лечения. Для приема гормональных препаратов это очень важно, принимать таблетки в одно и то же время каждый день, потому что если таблетка принята не вовремя, эффективность препарата может резко упасть. И гораздо элегантнее, да, как предлагает Мара, можно привести, да, которая не требует строгого соблюдения ежедневного режима приема, ну или как я предлагаю перевести, в принципе, не сильно от вашего варианта, у меня тоже отличается. Женщине не требуется ежедневно принимать препарат. Можно так, ну, можно, как вы предложили. То есть в данном случае главное – это отойти от кальки, попробовать этот термин комплаентность описать. Хотя есть целые исследования, которые посвящены этой проблеме, например, низкой комплаентности, да, все хотят достичь высокой комплаентности пациентов, но, к сожалению, ежедневной она не может быть. Да, то есть прилагательные ежедневные мы сюда никак не можем привязать. Так, далее.
Да, пероральное. А оральное? Посмотрите, а как же комбинированные оральные контрацептивы? По-моему, можно. Без пер. То есть оральное и пероральное – это, по-моему, синонимы в данном случае. Надо уточнить. Да, пероральный прием, конечно, есть. Оральный, потому что ок, да, давайте посмотрим, что у нас связано с непониманием контекста. Так, подождите, я перескочила. Или нет? Нет, все верно, да? А, я перескочила, потому что я забыла сказать про медицинские термины, что compliance – это медицинский термин. И что вообще, по-хорошему, каждая отрасль, каждое направление медицинской науки требует отдельного изучения. Например, было бы неплохо, если у вас есть возможность специализироваться, скажем, в кардиологии или в офтальмологии, или там, скажем, в хирургии, потому что в каждой из отраслей медицины есть свои термины, есть свои какие-то особенности, и познать переводчику все, знать все обо всем очень сложно. И иногда очень много ресурсов тратится на то, чтобы как раз войти в тему. То есть, если я перевожу, например, достаточно много материалов, вот как здесь, про половые гормоны, про гормональные препараты, то потом переключиться на какое-то исследование, связанное с хирургическим вмешательством, очень сложно, потому что в голове все еще сидят эти гормоны, а тут надо уже думать, а как правильно сформулировать какие-то манипуляции хирурга перевести. Вот поэтому лучше, конечно, если у вас будет возможность специализации и детального изучения какой-то конкретной. Да, врачи не смотрят. Врачи вас отправят далее к специалисту. Но у переводчика, к сожалению, не всегда есть такая возможность переадресовать перевод своему коллеге, который есть большой специалист в данной области. Вот. Ну, мы должны хотя бы в общем ориентироваться. Иногда, конечно, это бывает очень сложно. Ну, так вот, что было связано с непониманием контекста? Вот как раз про пероральный прием, который мы недавно с вами обсуждали. Это описание исследования, которое проводилось на крысах. И этим крысам вот этих крыс изучали с точки зрения, как дезагестрел влияет на их организмы. Вот. И написано при пероральном приеме дезагестрела. Далее. Та-та-та-та-та. Почему в данном контексте эта формулировка будет некорректной? Хотя такой термин есть, он используется, причем очень широко. Почему введение? Да, это животные, абсолютно верно. Они сами принимать ничего не могут и не будут, как бы мы ни хотели, чтобы они это сделали. Подопытным животным обычно вводят препарат через зонд, через гавош. Так это такая специальная трубочка или насадка, которая крепится очень часто на шприц, чтобы можно было отмерить точное количество вещества. Вот Да, и... Да, конечно, вот и Полина. вопрос. Хотел спросить, как раз, наверное, слово administration здесь указывает на то, что это введение, а не самостоятельный прием. Ну, Нет? конечно, конечно, здесь введение. Если Здесь они... активный прием, это intake, наверное, да, будет или каким-то образом. Нет, в английском языке пишут administration. В любом случае, активный, пассивный, животное. Им без разницы. Они могут написать received еще. Они могут сказать were given, were dosed. Может быть, с глаголом to dose. Intake обычно не используется. Ну, очень редко он, как чаще всего он в других контекстах Я будет. встречаю, да, но у меня другой немножко.
он будет скорее в другом контексте появляться. Ну и вот здесь, да, абсолютно верно вы заметили, да, что при пероральном введении дезогестрела и этногестрела влияние на транспорт яйцеклеток не наблюдалось. Можно было еще как обойти, можно было вообще слово «введение» опустить. Очень часто в фармакологии используется наречие «перорально», «внутривенно», да, «как». Угу, да. То есть можно было сказать «дезогестрел перорально», да, «дезогестрел и этаногестрел». Перорально влияние на транспорт не оказывали. Угу. Ну да, то есть не в медицинском, не в смысле введения дозы интейк, может быть. Потребление, да, с потребления с пищей может быть интейк. Абсолютно верно, да. Согласна с Марой и, к сожалению, у меня уже... Чат сместился с Еленой. Давайте посмотрим далее. Следующий слайд, пожалуйста. Ой, куда-то я поскакала. Еще один момент, который тоже связан с непониманием контекста. Это в данном случае описание достоинств препарата тенектиплаза. Ну, вы все знаете. Да, Анастасия, молодец. Готовились. Прям молодцы. Вот, да, что в данном случае у нас longer half-life был переведен как более длительный период полураспада. Почему здесь такая проблема возникла, что действительно, даже если мы не в курсе, да, если мы не сориентировались до конца, о чем идет речь, смотрим англо-английский словарь, смотрим half-life, два определения. Да, первое из них – это период полураспада, то есть время, за которое количество ядер какого-то радиоактивного элемента уменьшится в два раза. И второе – это период полувыведения. Ну, с периодом полураспада здесь, я думаю, еще сыграла злую шутку то, что мы наслышаны об этом. Да, нас всех пугают там какими-то радиоактивными катастрофами, попаданием радиоактивности в окружающую среду. И вот период полураспада, да, на слуху, в отличие от периода полувыведения, который должен был быть здесь. Да, то есть, когда вводится препарат по периоду полувыведения, можно судить, как долго будет сохраняться необходимая терапевтическая концентрация, как часто придется принимать или вводить новую дозу. Ну вот. Вот это такая ошибка, достаточно серьезная ведь, потому что термины взяты из разных отраслей в переводе, да. То есть это терминологическая ошибка, это очень-очень да. Много баллов из перевода сразу считается. Конечно, это грубейшая ошибка, но я ее специально здесь привела, потому что, опять же, не слишком трудно это сейчас объяснить, не требуется далеко уходить в дебри какие-то, но с другой стороны, вообще, раз мы уже с вами заявили такую тему, как топ-5 ошибок и как их лечить, то вообще любые ошибки прекрасно лечатся прививкой знаний. Да, то есть если мы знаем тему, если мы в ней ориентируемся, то мы такие ошибки глупые допускать не будем. Другое дело, что новички очень часто приходят, не имеющие никакой базовой подготовки, или очень ограниченную подготовку имеют. И тогда приходится вот такие вещи править. Да, конечно. Опытный переводчик такого ляпа не сделает. Скорее всего, это ошибка такого немножко ньюби, я бы сказала. А вот еще один. Одна проблема, с которой я, например, сталкиваюсь достаточно часто, последний раз было сегодня. Что делать, если у нас ошибся не переводчик, а ошибся автор? Коллеги, что бы вы сказали на своем опыте? Я думаю, что у нас здесь есть достаточно много опытных коллег. Да.
спросить заказчика, известить заказчика, как обратиться к заказчику. Отлично. Уточнить у заказчика. Может быть, заказчик скажет, оставьте как есть. Да, конечно. Тоже такое может быть. Да, иногда прямо руки чешутся исправить ляп. Особенно если это название, которым буквы там местами переставились. И ты прекрасно знаешь, что оно должно быть написано по-другому. Ну, перевод должен быть лучше оригинала. Это спорный вопрос. Ну, точно не должен быть хуже. Поменять и предупредить заказчика. Окей. Ну, явные печатки. Явные печатки. Хорошо, конечно, мы правим. Но я-то имею в виду не, как раз не опечатку, а ошибку. Давайте я вам просто, чтобы вам тут было повеселее, такой случай расскажу. Вот, к ошибкам автора. В 2017 году в журнале, достаточно известном и с хорошим импакт-фактором, появилось исследование, которое, к сожалению, прославилось не научным своим, не научной новизной, не какими-то открытиями, которые описывают авторы, а детскими ошибками, допущенными самими авторами. В этом исследовании речь шла, как вы видите, там текст на английском, да, о трех нейропептидах: бета-эндорфине, окситоцине и дофамине. Но проблема в том, что это не нейропептиды. В данном случае, конечно, переводчик ничего не правит, он оставляет все как есть, потому что, я думаю, даже комментарии будут излишние. Заказчик сам сориентируется и поймет, если он грамотный человек, ему не придется это объяснять. А вот, если вам интересно, вот ссылка на оригинал, естественно, на оригинальную эту статью. Вот, и еще ссылка на обзор по поводу этой статьи на российском сайте Нейроновости. Вот. Да, окситоцин – гормон, конечно. Там раз, все это есть, поэтому я не буду углубляться и тратить ваше время. Что делаю я? Ну, как вы уже сказали, да, если есть возможность у меня, я связываюсь с заказчиком. Очень часто они просят исправить, бывает, просят оставить, но сама я никогда ничего не правлю. Если возможности связаться с заказчиком нет, то я просто делаю примечание. Вот как здесь, это было исследование транспортных белков и приводились потом результаты. И, видимо, когда они писались, этот текст писался, ну, по ошибке, вместо MATE 2K было использовано MATE 1. В данном случае исправлять ничего не надо, просто поставить в известность, что, скорее всего, да, здесь опечатка должна быть MATE 2K. Вот. Так что я с вами в ваших подходах к ошибкам автора совершенно солидарна. В общем-то, на этом у меня практически все. Я вас хочу пригласить на курс «Основы перевода в сфере фармакологии», который начинается уже в эту пятницу в 6 часов вечера по Москве. Буду вас рада там видеть. Надеюсь, мы и вы, и я узнаете много нового и интересного, потому что пока я к нему готовилась, я поняла, что я столько всего еще не знаю, что есть еще столько моментов, которые только предстоит разобрать и разобраться. Да, по-моему, это черта хорошего преподавателя.
Да, абсолютно верно. Век живи, век учись. Чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я буду им рада, постараюсь ответить. А пока вы пишете свои вопросы, значит, да, мы начинаем 11 июня, и мы решили дать всем участникам сегодняшнего вебинара скидку 10% на обучение, потому что вы пришли, потратили свое время, ну и надо вас чем-то вознаградить. Мы будем очень рады, если вы будете участвовать в курсе. Скидка действует до конца завтрашнего дня. Это единственное условие по оплате. Так, программа курса. Если вдруг кто не помнит, на первом занятии мы будем говорить о понятиях и терминах, об источниках информации, о всяких нормативных документах. В общем, будет так теоретически, но это необходимо. На втором занятии будем изучать фармакодинамику. Хорошая штука. На третьем и четвертом у нас фармакокинетика. Далее у нас идет фармакологическая безопасность, нежелательные эффекты, фармацевтические характеристики веществ. И последнее, значит, занятие у нас жанровый перевод, типы документов будем изучать на перевод и их стилистические особенности и отличия. Потому что есть отдельные документы, которые пишутся для врачей, да, для ученых, есть документы, которые пишутся для пациентов, они все чем-то отличаются и так далее. А у нас тем временем в чате пишутся вопросы. Так, сейчас, одну секунду. Я отмотаю, пока я говорила. Чат. Ага. Да, вас благодарят очень, Софья Бобровская говорит, да, я было вижу. Полезно. Да. А можно я отвечу первого. Пока что на вопрос Екатерины, да, можно. Про вакцину и прививку, ага. Инфлюенция или грипп? Ну, если вы имеете в виду флу, то это только грипп. Заболевание называется грипп. Никакого другого варианта здесь нет. Вакцина – это препарат. Прививка – это у нас действие. Ну и, кроме того, прививка – это у нас такое просторечие, да, оставить прививку. Когда правильнее, конечно, было бы сказать вакцинироваться. А больше здесь, наверное, ничего добавить уже не могу. У нас еще вопросы. Я пока скажу, что сертификат после курса, конечно же, выдается. У нас есть два варианта участия. Это вольнослушатель и эффективный. Различаются они степенью вашего вовлечения в процесс и степенью вовлечения преподавателя, соответственно. Тем, кому важна проверка, индивидуальная проверка домашних заданий, обратная связь индивидуальная, тем лучше выбрать вариант эффективный. Если для вас достаточно просто посещения вебинаров, но вам не нужна проверка, тогда выбирайте вариант более дешевый, это вариант вольнослушатель. Вот. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Да, конечно. По поводу объема домашних заданий. Вот я сейчас думаю, принять участие в вашем обучении или нет, именно связано с тем, что занятость большая. Я могу пропустить пару занятий, а объем домашних заданий какой вообще там предполагается? Я так понимаю, что задание... Вообще выполнение домашнего задания – это ваша честь и совесть. Если вы чувствуете, что вы не успеваете, вас за этого не... Это не школа, это здесь оценки. Ну, вообще, в принципе, там, я не знаю, там, я не знаю, полстраницы. Нет, это 1800 знаков максимум. И ну, обычно вот... у вас там не менее там 3-4 дней будет на подготовку. Так что... Ну и вообще обычно мы в конце курса даем какой-то дедлайн, во-первых, на сдачу долгов. Вот. Вы имеете право сдавать домашнее задание в течение всего курса. Если там одно-два подкопились, можно сдать немножко попозже. Единственная просьба – не сильно затягивать, потому что они же копятся. Понятно. Вот, да. Но потом в конце... И хочется свое расписание. Можно взять вариант... Не рассчитаешь. Ну, понятно. Ну, можно взять вольнослушателя, да, и не париться по поводу домашней работы, собственно, ну, тогда говоря. Это тоже растянется на непонятно какое время. Тоже. Вообще, в принципе, ну, здесь я всегда могу с пониманием отнестись, если вы там задержите на
некоторое время вашу работу, потому что все мы люди, ну и просто чтобы это не становилось как системой. Потом мне придется очень много проверять за раз. Я не сильно буду рада этому. Так, что-то у нас тут пишут. Надежда Плетнева, что можете дать какой-нибудь совет начинающему переводчику? Начинающему переводчику? Специализацию выбрать сейчас. Чем быстрее вы выберете специализацию, тем больше у вас будет возможности быстрее набрать обороты, наверное. То есть специализация – это важно. Переводить все обо всем сейчас невозможно, к сожалению. Слишком сильно все отрасли специализированы, слишком узкие специалисты везде. Поэтому универсалом быть невозможно. Так. Так. Работа над ошибками будет, да. Будут основные ошибки разбираться обязательно. Я буду смотреть по общему какому-то, да. Общие ошибки буду выбирать и разбирать их, потому что часто бывает, когда люди спотыкаются об один и тот же фрагмент, и вот эти вот места, которые будут вызывать наибольшие проблемы у большого количества слушателей, да, я, конечно, буду разбирать. Кроме того, если вы выбрали, как Ольга называется? Эффективный вариант. Эффективный вариант, то вы будете получать от меня текст с справками. То есть там будут исправлены те моменты, и, возможно, я даже где-то будет прокомментировано, если вдруг вы будете не согласны с исправлением или не поймете, то вы можете всегда обратиться. Я постараюсь объяснить и помочь вам разобраться. Вопрос Вероники меня натолкнул на мысль о том, что мы, по-моему, забыли рассказать о вас вначале. Мы сразу кинулись с места в карьер. Да. Извините, пожалуйста. У меня нет, Вероника, у меня нет медицинского образования. Я по первому образованию филолог-лингвист-преподаватель, по второму филолог-лингвист-переводчик. Вот. Но? Но я много лет работала, во-первых, у меня большой стаж преподавания, я работала старшим преподавателем в Иркутском лингвистическом университете больше 10 лет. И более 5 лет я работаю в одной очень крупной фармацевтической компании, которая входит в топ-5 по России. Вот. Кроме этого, конечно, пока я работала в университете, я еще и была фрилансером. Специализировалась в том числе на медицине. И у студентов у меня был небольшой мини-спецкурс по медицинскому переводу как раз. Но это было очень давно. Так, Екатерина, не английский язык для португальского. Екатерина, я не знаю, насколько эффективно будет вам слушать именно с точки зрения португальского языка, но вы же переводить-то будете все равно с португальского на русский. Терминология на русском, она общая. В крайнем случае, я думаю, португало-английских медицинских справочников много. А пособия по медицинскому, фармацевтическому переводу никаких не могу порекомендовать. Их, по-моему, не существует в природе. Есть то, что я видела, какие-то методички медвузов, но я бы не сказала, это совсем не то. Что это то, что нужно. Скорее, это для студентов-медиков, которые там как-то английским занимаются. И перевод там уж очень так опосредованно идет. Очень есть, вот как в нашей школе, курсы, да, а все остальное – это самостоятельно изучать тему, брать какие-то учебные материалы для студентов медицинских вузов и разбираться.
Но это займет достаточно много времени и сил, чтобы это освоить. Медики сколько лет учатся? 5 и плюс 2? 5 плюс 2 или 6 плюс 2? Сейчас я даже не знаю. Вот у меня... Боюсь, что у нас нет такого времени, такой роскоши. Какими переводчиками пользуетесь? В смысле? Я не пользуюсь переводчиками, я пользуюсь словарями. Может, кошки имеются в виду? Кошками пользуюсь, да. Ну, как все. Традос и что у меня еще? Смарткат иногда. Словарями? Ух, больше всего, наверное, я ориентируюсь на то, что есть на ProZ, pro.z.com, большой такой портал переводческий, там есть терминологический раздел, и там удобно тем, что оно по вот если выбрать тематику медицины, то вот оно будет по медицине. Но все проверять надо. Да, ProZ хорош тем, что там иногда бывают прямо, ты уже не знаешь, что делать, а там вдруг раз и нашел. И порадовался. Иногда приходится, вот сегодня переводила химический термин, я, наверное, перерыла все, что могла, пока все словари, все, какие были под руками, пока они просто в конце концов вышла на google.com и там через англо-английские, ну, то есть через спецстатьи уже разбиралась, что это такое, и потом косвенным путем через наши статьи вышла на то, что имелось в виду. Я вам даже сейчас его правильно не озвучу, потому что он был как-то хитро навороченный про то, что пятичленные кольца в гетероциклах, они у стероидов иногда преобразуются в ходе метаболизма в шестичленные. И вот надо было найти, какой русский термин этому соответствует. Заняло, наверное, около часа. Мультитран. Мультитран, к сожалению, это свалка. Там могут быть и перлы. В смысле, перлы во всех смыслах. Там могут быть перлы, которые использовать не нужно. И могут быть вполне конкретные и корректные соответствия. Если вы берете мультитран, обязательно нужно проверять. Прямо вот под лупой смотреть. Англо-английские словари очень хорошо помогают. Специализированные словари, например, по раку, это cancer.gov. У них есть большой словарь, толковый глоссарий такой всех широко употребляемых терминов по онкологии. Латинские термины обычно остаются на латыни. Зачем их переводить? Медики их понимают. Если у вас текст для пациента, то да, тогда придется их объяснять. А так обычно латынь не переводится. Она понятна. Если in vitro, in vivo, in silico, сейчас эти прямо словосочетания, они так и оставляются на английском языке. Да, я этот ресурс знаю, да. Видела его. Кто это мне написал, я даже не... А, вот, ну вот, ваш лингвовый контакт. Вы у меня уплыли куда-то очень быстро. На самом деле, это подбирается индивидуально. Ну, то есть, вот у меня есть своя подборка ресурсов. Я с вами буду ей делиться в процессе курса. Но это подборка, которую я просто вот по крупицам, все в дом, как все мы переводчики, все в дом тащим. Штаммы на латыни, да. Названия линий клеточных остаются, но это не латынь, это там обычно буквы латинские с цифрами. Клеточные линии, штаммы не переводятся, гены не переводятся. Транспортные белки можно оставлять на английском вполне, если вы вначале ввели перевод, потом везде используете латинский термин.
Да, переводчик вот такой, да, хомяк. Все переводчики хомяки. Все тащит в норку. А вдруг пригодится. Потом иногда правда пригождается. Есть у вас еще вопросы? Ну, если вопросов нет, я вас жду на курсе. Надеюсь, они там появятся. Я очень постараюсь, чтобы они там были. Потому что если вопросов нет, ну, тут либо два варианта, либо вы вообще ничего не поняли. Либо у вас, как у меня, уже 12 ночи и хочется спать. Большое спасибо за вебинар сегодня. Спасибо всем, что вы были с нами. Вот. Да, будем ждать вас на курсе. Пишите, если у вас будут вопросы. Завтра в течение дня мы вышлем всем обязательно презентацию и видео. Ой, у кого в Бразилии 13 часов дня, прям супер. Ой. У вас, наверное, еще и жарко, и солнышко бывает. Да, вот мы сейчас в Бразилии. Грозы, дожди, как у нас, да. Где много диких обезьян. Хорошо, всем счастливо, всего самого доброго, до встречи. Пишите, если вдруг вас какой-то вопрос замучает про курс, пишите мне. Будем вам рады. Ой, лемуры есть. Ой, все, я теперь не уйду еще, а то я буду выспрашивать, что еще есть в Бразилии хорошего. Всем до свидания. До свидания, счастливо, большое спасибо. Хорошо, коллеги, всем спасибо, до встречи, хорошего вам вечера, кому-то доброй ночи, отличного дня, доброго утра, до свидания.